На сегодня Гомельская областная коллегия адвоката улічыцца лепшая сярод областных. Досягнуть месца лидера нашим специалистам допомогли летошние выники. Деталёва их обмерковали на областной коллегии адвокатов. У ее принял удел и выказал свое меркование на конт працы гомельских юристов старшиня республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц. Гомельская областная коллегия адвокатов постоянно пополняется молодыми специалистами. Должным образом организована учеба. И я могу с уверенностью сказать, что юридическая помощь на Гомельщине представлена адвокатами достойным образом. У складе Гомельской областной коллегии адвокатов сегодня 25 юридических консультаций, а это каля 200 специалистов. За минулый год ими было выполнено каля 40 тысяч доручений. При этом такий великий объем работы был выполнен на высоком профессиональном уровне. Миновито такую оценку республиканская коллегия дала Гомельщине. Повышение качества идет за счет образования, проведения курсов повышения квалификации, за счет правового просвещения населения, за счет различных акций, которые мы проводим. Ближайшая акция у нас будет приурочена Дню Конституции. Мы очень много работаем по правовому воспитанию граждан, по правовой информированности населения. Гомельская областная коллегия периодично усталевывает особные даты, когда маломаемостные граждане могут пройти на прием бесплатно. У вугале больше как 40% юридичной допомоги, у темлику и по криминальных справах она оказывает бесплатно. С такими лишбами Гомельский регион вылучается на фоне инших областей. Мы работаем с любым гражданином. И вплоть до защиты по уголовным делам, когда вопросы же возникают о том, как вообще можно защищать человека, которому грозит, предположим, исключительная мера наказания. Но мы не защищаем преступления, мы защищаем человека, мы защищаем его права и законные интересы. На коллегии обмерковали не только достижения 2015-го, але и перспективы этого года. Так, на встрече разглядели практику применения закона об адвокатуре и адвокатской деятельности у Республики Беларусь. Документ вступил в силу еще в 2012 году. Однако на сегодня распрацованы пропановы по его измене. Шакается, что обновленный закон уступит в силу уже в этом году. До прикладу, Гомельской областной коллегии он даст монополию по представительству у экономичных процессах. Еще одним перспективным направлением этого года станет относно новый вид деятельности, связанный с пытаниями медиации. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».